Смотрите, парковка. Это какое-то футбольное поле. Видите, пандус. Я знаю, что сказать. Мусор, ну, не очень ухоженный, я согласна. Но зато пандус. Зато можно колясочникам сюда приезжать. Вот пляж. Класс, да? Это залив. Все построено, чтобы люди могли гулять с собаками, я не знаю, там, с подружками, с детьми. Тут, в принципе, купаться не очень хорошо, потому что эта часть океана не нагревается вообще. Очень холодно. Ну, разумеется, песок, видите, с такой колючей ракушкой. Но с детьми прийти просто погулять классно. Ну, да, примерно такая же зимой и летом, круглым годом. Одинаково. Как можно не любить Бостон? Смотрите, какая красота. Чайки летают, видите, чайки? Тут много-много чаек. И по всему этому пространству спортивные поля какие-то, совершенственные детские площадки. Жизнь идет. Идет 30 тысяч жителей. Я когда приехала сюда, я офигела. Думаю, боже мой, жить на океане. Такое счастье. Люди, которые любят воду, для них вот, для них близость к океану, еще запах океана, это непередаваемо. Я понимаю, как одесситов, которые любят свою Одессу бешеную. А, кстати, тут тоже везде туалеты общественные. Если они закрыты, то стоят такие, ну, биотуалеты везде. То есть проблемы с людьми, которые должны пойти в туалет, нет. Чайка, блин. А, кто-то еще недалеко, аэропорт. Смотрите, какая большая. Это, как сказать, морская трава, да? Офигеть, смотрите, как она огромная, как простынь. Жить на воде очень классно, потому что это успокаивает, типа, знаете, как медитация. Тут можно йогой заниматься, люди приходят с ковриками, тут проводят всякие классы. Вон много-много чаек, наверное, там на видео не видно. Много-много чаек. Вон еще одна такая же, просто, смотрите. Тут много всяких лодок, этих развлекательных для людей. Порты, рядом порты. Острова. На островах тоже жизнь, тоже бизнес, тоже развлекуха. Так хочется весны. Видите, песок коричневый. Я коричневый не очень люблю. Я люблю белый. Мягенький, как муку, а это такой крупный песок. Видите, пожилая пара пришла. Ну, как пожилая, средних лет, так скажем. Вон только одна баночка валяется, видите? Кто-то баночку кинул, а так чисто на пляже.